Ну что, ребят, в общем, такая вот превью рецепта, смотрите, курочка сочная. Вот такая вот вкусняшка получилась. Сейчас подостынет и будет мукбанг, как я уже сказал. Приобрел я в Магните вот такой вот шашлык, называется он пикантный охлажденный. Это куриные бедра, в маринаде присутствует соль, перец черный, перец красный, паприка, чеснок и, естественно, немножко химии. Давайте разрежем, посмотрим по запаху и по вкусу, что из себя представляет маринад, и будем жарить на решетке в духовке. Вот такой вот внешний вид. Да, видно, что присутствует также подсолнечное масло, потому что, ну, реально все в масле. Давайте сейчас мы попробуем, что у нас по запаху. Ну что, нюхаем. По запаху очень много чеснока. И, в принципе, ну, очень много чеснока, ребят. Визуально здесь 4 бедра, 4 порции получается. Ну, давайте выложим все это на нашу решеточку и разогреем духовочку. И в итоге будем дегустировать такой маленький короткий мукбанг. Насколько все это вкусно будет. Мне просто даже самому интересно. На гарнир я делать ничего не буду, просто тупо пожарим мясо, вот и все. Так, ну что, приступим. Аппетитные. Здесь, кстати, порция 1 килограмм, то есть мяса более чем достаточно. Ну, давайте, естественно, попробуем на вкус наш маринад. Слегка соленый, но годный. Как я и сказал, что много чеснока. Пойдет. Как ни парадоксально, сколько мяса быть в духовке? Куриные бедра, на самом деле, это, знаете, такое непредсказуемое мясо. Поставлю минут на 40, максимум час. Да, вот, то есть в этих пределах, там, 40-60 минут. Приготовиться раньше, значит раньше, но вряд ли там за полчаса не будут готовы. Поэтому ждем минут 40-час. Ну что, шкварчит шашлык в духовке. Смотри, что у меня получается. Ну, я думаю, просто вкусно обязано быть. Поэтому как-то так. Ну что, прошло ровно 50 минут. Достаем нашу курочку. Курочку ряву. Смотрите, какая прикольная она получилась. Ну что, как говорится, с пылу с жару. Результат вы видите. Ну, ребят, она сочная, я могу сказать. Смотрите. Она аж прямо... С нее сок даже он до сих пор вытекает. Поэтому сейчас чуть-чуть подостынет. И будем делать мукбанг. Наша курица остыла. Ну, давайте со всеми вытекающими. По запаху наш шашлык. Аромат чеснока уже не такой насыщенный, как он был прежде. Слегка отдает специями. Давайте пробовать вначале кожицу. На самом деле курица в духовке, она всегда вкуснее, чем на сковородке, за редкими исключениями.
она получилась как будто варено-копченая визуально. А вот с обратной стороны. Так, ну что, кожица? За счет паприки имеет сладковатый привкус. Сама кожа по вкусу, ну, достаточно вкусная. Есть приправки, специи ощущаются. Естественно, чесночок. А так как соли мало, я немножечко слегка подсолю. Буду использовать морскую соль, поэтому... Так, ну что... Как я сказал, что мясо получилось сочное. Курицу едят руками. Ребят, ну тут без вариантов, она вкусная. Если приготовить ее на углях, на решеточке, прям будет вот так вот зачетненько. Но в духовочке, под картофельную пюрешечку, прям вот так вот классно будет. Без подливки, без ничего. Очень вкусно. И мясо такое очень сладковатое. Вот если бы я ее час в духовке, мясо уже бы пересушилось. 40-50 минут прям достаточно, но 40 мало, 50. Готовил при 180 градусах. Поэтому... В общем, пожелайте мне приятного аппетита. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и комментарии. Комментарии, которые там, типа, ты девочка, там еще что-то, удаляю сразу, поэтому вы можете даже и не писать. Все, пока.